Конечно, он при этом кайфует. Знаете, что лилии — это охуенно дерзкий цветок. Ну все, я записала. Видите, как он даже растет, как он дерзко распускается. Бана. Не ждали? Нет, нет, я к тому, что правильно вовремя сориентировался, для них непонятно будет Лейла, а я Лиля. Да, все. Мне тоже нравится. Кстати, я даже читала, так скажем, описание имени Лейла. Там вообще не то пишут, вообще не то. Это вообще не я. А Лилия вполне я. Вполне там я. В точку прям я. Ну вот, я же говорил, и, в общем-то, в Геленджике можно найти эту контору индийскую. И они, если это индийское имя... А, не-не-не, да. У меня индийское имя другое. Лилия — это такое земное имя, так скажем. А индийское у меня там Лакри Лакш Братисвана То. Как-то типа того. Вот, и вот его надо расшифровать. А что Лилию расшифровать? В интернете все есть. А вот этого и в интернете нету. Опять в интернете нету. Google подводит уже давно. Google знает не все. Вот так вот.